Уважаемые студенты, у нас сегодня новая тема, новая лекция. Лекция номер 2. Генезис казахского народа. Я прошу нажать на паузу, переписать тему и вопросы сегодняшней нашей лекции. Спасибо. Ну, прежде всего, конечно же, начнем с такого вопроса, как этногенез, раз мы говорим о возникновении казахского народа. Этногенез – это происхождение народа. Это очень и очень сложный процесс. И у многих народов она происходит по-разному. Есть этносы, которые действительно являются очень и очень древними, которые сформировались еще в древности и смогли сохранить свое объединение, этническое объединение. Это такой этнос, как армяне. Они сформировались в эпоху Римской империи. Это такой этнос, как иудеи. Это такой этнос, как ассирийцы. Они сохранили какие-то свои объединения. Сейчас это, конечно же, совсем уж небольшие группы, но как то ни было. Вот есть такие очень древние этносы. Есть этносы, которые возникли в эпоху Средневековья. И есть этносы, которые возникли в эпоху позднего Средневековья и в новое время. И вот среди новых вот этих этносов, это, наверное, один из самых последних периодов, когда начинается формироваться эпоха начала нового времени, это время, когда формируются современные этнические объединения. И именно в это время появляется казахский этнос, казахский народ, казахская нация. И надо сказать, что сейчас, к сожалению, в интернет-пространстве, в сообществе почему-то идут споры о том, был ли казахский народ раньше, был ли у казахского народа государственность. И многие вещи, которые, казалось бы, очевидным, приходится доказывать. Есть народ, есть представители других народов, которые говорят, мы древнее вас, да, мы вас древнее, поэтому, так сказать, у нас какие-то особые права, там еще что-то. Нет никаких особых прав. Есть международное право, и по этому международному праву все народы, которые здесь проживают, все этносы имеют право на самоопределение, вплоть до отделения для создания своего собственного государства. Это один из немногих постулатов, которые были взяты у такого титаномыслителя, как Ленин, и оно вошло в международное право. Конечно, не каждое государство позволит выделиться из себя тому или иному этническому объединению. Это тоже очень-очень сложный процесс. Но этот процесс происходит постоянно. Если в бытность, когда мы были студентами, было, в нашем мире было чуть больше 100 государств, то сейчас уже это число приближается к 200. И такое количество государственных объединений еще, возможно, не предел, она будет еще и будет образовываться. И связана она с такой вещью, как национальное самосознание. Надо сказать, что как историк, я могу сказать, что понятие национальное самосознание, оно продукт примерно 17-18 веков. Вот примерно в этот период на огромном евразийском континенте начинается такой процесс самосознания себя, группы людей. И они начинают понимать, мы вот такие-то. Самым первым таким национальное самосознание произошло у греков. Они были титульные, не то что титульные нации, одной из крупных наций Византийской империи. И вот греки, они начали говорить, что несмотря на то, что у них императоры были самых различных наций, то есть там были, их императорами были и грузины, и армяне, и евреи, и само собой, конечно же, греки. Император у них был выборной личностью, выборным руководителем, пожизненно президентом, вот что-то типа такого можно сказать. И они были очень толерантны в этническом плане. Может быть, толерантны, наверное, от того, что не совсем осознавали вот
еще не было вот такого национализма. И самым первым среди тех этносов, которые проживали в Византии, стали греки. Они начали говорить, вот, вы все разговариваете на греческом языке, вы все пишете на греческом языке, мы греки, титульная нация, мы лучше всех. И вот это привело к тому, что Византийская империя была разорвана. Империи разрывается национальное самосознание. И национальное самосознание приводит к тому, что появляется национальное государство. И одним из самых таких старых национальных государств на территории Центральной Азии является казахская государственность. Мы возникли 550 лет назад. Именно в этот период политическая элита начала формировать границы этого государства, и внутри этой границы начинает формироваться общество, которое осознает, мы казахи, мы не узбеки, шайбаниды, которые тоже говорят на том же языке, что и мы, в тот момент, по крайней мере, так это было, мы не сагдицы, мы не таджики, мы не славяне, мы не поляки, а мы именно казахи. И вот этот момент является моментом зарождения. И мы, получается так, что момент зарождения казахского этноса – это начало 16 века. И мы рождаемся со своим именем. Бывает так, что не со своим, потом оно перерождается. Мы рождаемся со своей государственностью. Во всей Центральной Азии только казахи имели однозначное одноименное название – казахское ханство. Ни будущие узбеки, ни будущие кыргызы, ни будущие таджики не имели такой национальной средневековой государственности, которая привело, не стала формой для формирования своей нации, своего народа. Мы одновременно появились и сформировались в недрах Золотой Орды вместе с будущим русским народом, который в тот период так себя не называл. Будущий русский народ появляется из московского княжества и московского государства. И 16 века оно называется Московское царство. Сами себя они называют московитами. И вот московиты во времена Петра I и станут основой для будущего русского народа. Точно так же, примерно вот в этот же период, в 16-17 веках, формируется тоже из остатков Золотой Орды, формируется казахский этнос. Что мы можем сказать об этом процессе? Процесс этот очень сложный. Когда мы говорим о казахах, то прежде всего вспоминается антропологический тип. Мы принадлежим к южносибирскому физическому типу, монголоидной расы. Большинство у казахов, то есть это означает, что будущий физический тип казахов начал формироваться на территории Алтая и Южной Сибири где-то в середине, где-то в первых веках нашей эры. Именно во втором веке до нашей эры хунны разбили тохаров, починили, малую часть из них починили, большая часть тохаров ушла, но именно в этот процесс начинается процесс антропологического смешения азиатских европоидов с алтайскими монголоидами, внутриазиатскими монголоидами. И вот этот процесс привел к появлению особого антропологического типа, которому принадлежит казахский этнос. Это первый момент. Второй момент – это этнические пласты. Казахский народ не стал единым, то есть она не является однородным. Чужие полного народа, да, полностью всего народа, она говорит о том, что это полиэтническое объединение было. То есть огромное количество этносов начало формироваться. Из них мы можем выделить три слоя. Первый слой – это индоирландские рода и племена. Вот на базе. Это самый первый слой, самый древний слой. Из них, из индоиранских, к нам дошло до наших дней такие объединения, как усуни, канглы, адаи. Они имеют основу индоиранскую, то есть еще с эпохи
раннего железа. Они в этот момент уже имели какие-то этнические или околоэтнические объединения. Потом, в 6-8 веках сюда приходят тюрки, Тюркская империя. Сначала хунны, потом тюрки. И тюрки стали определяющими для того, чтобы они начали тюркизировать ираноязычные племена, фарсоязычные племена, которые проживали на территории Центральной Азии, и начала формироваться новая общность. Третья большая этническая группа, которая пришла, и это, конечно же, внутриазиатские племена. Это эпоха Золотой Орды. Именно в эпоху Золотой Орды большое количество родов и родоплеменных объединений, которых мы называем тайфа или племя, они пришли на территорию Казахстана. И в составе казахского народа они до сих пор присутствуют по своим самоназваниям. Найманы, киреи, кириты, киатовцы, конград и так далее. То есть вот эти объединения, они тоже, но мощность этого процесса, величие этого процесса состоит в том, что казахским ханам удалось из всего этого конгломерата разных этнических племен создать одно объединение – казахский народ. И уже во времена Касым-хана казахский этнос присутствует на политической карте и среди других племен именно под своим собственным названием – казахи, казахтар. Это вот как раз об основных компонентах генезиса казахского этноса. Помимо, конечно же, казахское ханство, оно состояло не только из казахов. Дело в том, что объединяющие силы казахского народа были тюре-чингизиды. И тюре-чингизиды не связывали себя этническими границами. Уже к концу 17-го, начале 18 века состав казахского ханства действительно на добровольных началах входили кыргызы теньшанские, их называли в тот период еще буруты по самому крупному из родов теньшанских кыргызов, и каракалпаки. И вот эта среда, она и являлась тем котлом, где формировался казахский народ. И на данный момент казахская культура оказала огромное влияние на кыргызскую культуру и на каракалпакскую культуру. Самым близким языком к казахскому на данный момент является каракалпакский. Оно практически мало отличимо от казахского языка. Настолько сильное влияние казахской культуры, казахский язык, казахский народ оказал на народ Каракалпакстана. До 1925 года Каракалпакская область, автономная область, входила в состав Казахской республики, автономной республики. Очень большое влияние казахи оказали на кыргызов. Кыргызы – это небольшое этническое объединение, которое вместе с джугарами были вовлечены в миграционный процесс и в 15 веке были переселены на территорию современного Тарбагатая и Тяньшань. И здесь они являлись подчиненными Могулистана. Причем они даже не были мусульманами в тот период. И во времена могулистанского хана Абдрашита и казахского Тахирхана, кыргызы ушли в казахов. И с этого момента судьба кыргызов и судьба казахов, она практически была едина. В те моменты, когда казахское ханство проигрывал джугарам, старший жуз и кыргызы вместе уходили в подчинение джугарам. И наоборот, когда казахи побеждали, старший жуз и кыргызы обратно возвращались в лоно казахского ханства. Вместе в 1916 году казахи и кыргызы пережили страшный геноцид,
которую устроил Николай II на территории Казахстана и Кыргызстана, в результате которого 600 тысяч казахов и кыргызов погибли или были вынуждены уйти в другие страны, скитаться. Но об этом мы потом еще поговорим, это совершенно немножко другой вопрос. Что мы можем еще сказать обо всех вот этих моментах? Конечно же, мы на семинаре все это разберем. У нас очень-очень мало времени для того, чтобы мы могли все моменты, все компоненты этногенеза разобраться. Но я хотел бы обратить ваше внимание на два понятия – шижре и жуз. Если мы говорим о шижре, то у каждого рода есть свой шижре. И каждый человек, каждый мужской предок, он отслежен. Мы знаем наших предков намного вперед и, конечно же, можем выстроить вот такую сетку всех тех людей, которые жили в нашей великой степи. И это шижре, если соединить, получится огромная нейросеть. И это нейросеть казахская. И мы гордимся, что у нас есть такая вот история каждой семьи, каждого рода. Вот в таком шижре. И второе, на которое я хотел бы обратить внимание, это понятие жуз. Пожалуйста, не зацикливайтесь на этом. У нас очень большая историография, связанная с этим понятием. На самом деле жуз — это административное объединение. Это огромные губернии, которые составляли Казанское ханство. И не только из этих трех жузов она состояла. Помимо этого, в них в порядке отдельных административных единиц входили отдельные рода Ногайлы, это входили отдельным административным объединением Каракалпаки, отдельным административным объединением входили кыргызы, отдельными административными объединениями были сырдарьинские города казахов, отдельным административным объединением, например, был род Хатаган, и так далее. То есть таких административных объединений было много. И жуз, конечно, это самый крупный из них. И во времена, когда мы знаем биев этих жузов, Тулеби, Казыбекби, Айтекеби, я даже не буду говорить, каким жузам они принадлежат. Помимо них были и другие бии. Кохумби, это руководитель у кыргызов. Это Сасакби, это руководитель Каракалпаков, и Мухаммад Би, руководитель одного из племенных объединений, центром которого являлись казахский род Хатаган. И почему-то всегда думают, что по тем штампам историческим, которые сейчас сохранились, что старший жуз рулил. Нет. Старший жуз, оно только по названию старше. К сожалению, старший жуз все время находился на линии фронта. Его все время подчиняли сначала ойраты, потом джунгары. В казахской государственности старший жуз сыграл минимальную роль. В основном казахской государственности сыграли те люди, те политические элиты, которые имели отношение к среднему и к младшему жузу. И та группа трех биев, которые везде у нас теперь понаставлены в виде памятников, она на самом деле состоит не из трех биев. Помимо Тулеби, Айтекеби и Хазыбекби были те три би, о которых я перечислил. И самым старшим руководителем совета биев при хане был каракалпакский Сасыкби. Вот такие парадоксы, но об этом мы еще поговорим в следующий раз. Теперь вам вопросы для закрепления. Вот эти вопросы для закрепления. Нажмите на паузу. Перепишите эти вопросы в своей лекционной тетради. Ответы я жду в виде видеоответов или в виде отдельных файлов, которые можно будет послать на мою электронную почту. Электронная почта, я вам говорил в первой лекции, в моем силабусе. Спасибо за